Орландо Каради представляет. Симба, король лев. Производство Mondo TV, Италия. Древние сокровища. Тихо. Эксел! Толстый! Тихо! Ready? Готов? Сейчас? Сейчас или никогда? The coast is clear. Путь открыт. Все спят. Now where? Куда теперь? Нам нужно найти сокровища древних египтян. Я так голоден. Тише. Тише. Слушай. Follow me, XL. Okay. Следуй за мной, толстый. Do you know where you're going? Ты знаешь, куда идти? No. These people sure like Эти люди любили строить. Как думаешь, а рестораны они строили? Попробуй сконцентрироваться на поиске сокровищ, ладно? Кто сказала это пустынная крыса? Она сказала, что древние египтяне хоронили своих королей в залах, наполненных сокровищами. Смотри, куда идешь. Это случайно. Прекрасно. Толстый, смотри. Мы, похоже, уже близко. Откуда ты знаешь? Потому что это статуя древнего египетского божества. А они всегда ставили их у входа в храмы. Давай. Спасибо. Попробуем найти дверь. Подожди, дай перевести дух. Отличный вид. Nice view. Потрясающе. Wait. Подожди. It's corn. Это зерно. You should be up here. Ты должен подняться сюда ко мне. Забудь о еде. Go. Зерно! Нос никогда меня не подводит! Зерно!
What did you Что do? Ты делаешь? Help! Помоги! Help! Нет! Where are we? Где мы? Beats me. Не представляю. Я ничего не вижу. What are you doing? Что ты делаешь? Ем зерно? You... Что, как ты можешь? Добро пожаловать в благородные неустрашимые войны. Это ты сказал? Я надеялся, это ты? О, мне это не нравится. Добро пожаловать в гробницу великого Рамзеса II. Я 3000 лет ждал, когда вы вернетесь. Я его никогда прежде не видела. Ты ущипни меня, толстый. 3000 лет в этом темном саркофаге в ожидании, когда сбудется священное пророчество, когда вы вернетесь к нам. Поняли? Мы... Yeah, what's your name? Да, это мы, а ты кто? Вы ведь тонкий толстый, разве не так? Yes, the keeper of Ramses. А я Ратмозис. His burial chamber? That's correct, sir. И это погребальный зал? Именно так. 3000 лет я храню мумию и ее священное сокровище. Нам достался джекпот. Священное сокровище, где оно? Говори быстро. Вы находитесь здесь. Неплохая шутка. Здесь же ничего нет. Это потому, что 3000 лет назад эти подлые шакалы ограбили этот храм и забрали все сокровища. Все! Совсем все. Без остатка. Но мой всемогущий господин предсказал это. Рамзес II, фараон всех пустынных крыс Египта и доверенный советник Рамзес. Мы пришли за сокровищами, а не за уроком истории. Тем более за устаревшим. Как желаете, господа, мое дело проводить вас к сокровищу, которое было отложено только для вас. Правда? Тогда как же ты позволил украсть наше сокровище? Нам что, придется уйти с пустыми руками? Как ты позволил забрать наше сокровище? Да. Но ваше сокровище все еще здесь. Хватит! Никто не смеет делать из нас посмешище. Да, может, он и забрал все, и в этом случае он свое получит. Господа, прошу вас, вы не понимаете. Надеюсь, это будет убедительно. Это лишь передняя мавзолея. Дальше в этом храме не меньше 50 священных комнат, где обрели вечный покой царственные мумии. И это только на первом этаже. Сюда, пожалуйста. Это гробница величайшего фараона Древнего Египта Рамзеса и его жены царицы Нефертари, равных которым не было. Она прекрасна. Их мумии, мумии их верных слуг были принесены сюда со всеми их сокровищами. Правда? Еще немножко терпения, господа, мы почти пришли. Это священное место упокоения моего владыки фараона, всех пустынных крыс Древнего Египта Великого, Рамзеса II и его жены, самого красивого существа, который знал мир. Ты когда-нибудь видел такую красавицу, мой друг? Она просто сокровище! Не беспокойтесь, мы уже пришли. Не могу поверить в это, толстый. Мы наконец станем богатыми. Я все еще не уверен, что доверяю ему. Нет, я знаю, на этот раз мы нашли золотую жилу, толстый. Пойдемте. Это статуя Рамзеса II. Подойдите ближе, господа. Вы на месте. Я не вижу сокровищ. Я тоже. Я начинаю испытывать сомнения. Никаких сомнений. Лестница! Тайный ход! Сокровища там внизу, господа, дожидаются вас. Пошли. Пойдем. Толстый, не отставай. Сюда, господа. У тебя есть ключ от этой двери, так? Да, господин. Но вам он не понадобится. Путь назад закрыт, раз вы уже у сокровищ. Мы этого момента ждали. Эй, Финн! Нам нужно было взять сумки. Тонкий, посмотри, что это? Это мы! И выглядим совсем неплохо, как по-твоему? Мы выглядим такими отважными! Видите?
Мы ждали вашего возвращения. Было предсказано, что когда-нибудь вы придете сюда. Так этой картине 3000 лет. Ты посмотри, у нас в руках сокровища. Как я уже говорил, мой господин был предсказателем. Он знал, что вам назначено прийти сюда. Мы знаем о вас все, со дня, когда вы родились, и до этой самой минуты. А сокровища? Пора приступить к раздаче. Я не могу отдать их вам, господа. Лишь когда мы получим неоспоримые доказательства, что вы на самом деле толстый и тонкий, а не пара самозванцев, сокровища будут ваши. Вы нам не верите? Это не мое дело судить. А чё ж тогда? Мой господин, великий Рацес II, придумал верный способ определить, действительно ли вы тонкий и толстый. Это приспособление, которое вы видите, абсолютно бесценно. Оно было создано специально для этого случая. Выглядит забавно. Не прикасайтесь. Почему? Разве ты не сказал, что это специально для нас? Это не игрушка. Это кристальные весы, чтобы определить, имеете ли вы право на сокровище. Когда вы взберетесь на чашу, ваш вес будет измерен с точностью до грамма. Если он будет точно соответствовать весу, предсказанному Рацесом II, то двери в сокровищницу распахнутся перед вами. Только я наел только что зерно. Если вы не пройдете испытание, то есть если ваш вес не будет таким, что ж тогда? Вас ждет кара за то, что осмелились осквернить священную землю. Кара? Не беспокойтесь, Рацес II никогда не ошибался. А если ошибался? Тогда вас ждут ужасные последствия. Но если вы все же тонкий, толстый, бродячий пират, вам абсолютно нечего бояться. Посмотрим на картину еще раз. Этого я и боялся. Тот, кто нарисовал, сделал меня слишком худым. Рацес ошибся. Как смеешь ты сомневаться во всемогущем Рацесе II? Любого, кто оскорбит моего господина, ждет страшная участь. Опять из-за твоего брюха у нас беды. Спасибо большое. Довольно тратить время, пора использовать весы. Забудь, никакое сокровище того не стоит. Отведи нас к выходу. На весы! Успокойся, успокойся. Я начинаю думать, что вы и вправду самозванцы. Это ты виноват, толстый. Посмотри на эти стрелы. О, нет. Это просто мираж. Дверь! Она открывается! Сокровища наши! Мы богаты, богаты! Мы сделали это, приятель! Мы богачи! А я не могу поверить. Я тоже. После 3000 лет я наконец-то свободен. Однако у меня есть еще одна обязанность, которую нужно выполнить. Отвести вас к Рацесу II. Это зачем? Его царское величество желает вручить вам еще одну драгоценность лично. Прямо сюда, господа. Куда? Через туннель времени. Через туннель времени? А все это мы ведь вернемся, чтобы забрать все это, да? Все сокровища ваши. Вам нужно поторопиться, или дверь опять закроется. Пошли, толстый. Была не была. Смотри, вот это да. Где это мы? Просто фантастика. Наверное, мы в раю. Мы
must be paradise. Did you see all это рай. Ты видел, сколько еды? Господа, я должен предупредить, что никто в этом дворце вас не увидит. Для них вы не существуете. Что нам делать? Ничего, так всегда бывает, когда путешествуешь во времени. Только те, у кого есть специальный дар, могут вас видеть. Рацес II и царица Клеогуда. Пойдемте. Они такие серьезные. Я опять начинаю бояться, Тонки. Here we are. А вот и мы. Я не верю. Царь Египта. Не дождусь рассказать нашим друзьям, что мы видели с древним фараоном. Прошу тишины, господа. Вы почетные гости наших владык. О, великие всеведущие владыки, ваш скромный слуга приветствует вас. Это крысы-пираты, которые пришли из будущего. Толстый. Благодарю тебя, Ратмосис. Она ничего. Был рад служить вам, господа. Желаю вам мира и счастья в будущем. Прощайте, господа. Я свободен, свободен. Мы позвали вас сюда, чтобы вручить самую ценную часть ваших сокровищ. На этих медалях изображен символ нашей волшебной силы. Их могут носить лишь те, кто выказал высшие доблести. Они обладают мощной и загадочной силой. Прошу, выйдите сюда. Мы хотим надеть на вас эти медали. Толстый, носи эту медаль, и принесет она тебе успех. Самые умелые маги много лет проводили исследования и выяснили, что из всех наших отважных потомков лишь вы двое заслуживаете этих символов нашей священной магии. Навеки и к счастью. Ну как, удачно? Я везде искал, никаких следов. Может, они решили попробовать пробраться на другой пиратский корабль? Я так не думаю. Если я знаю Толстую и Тонку, они сейчас обшаривают это место в поисках легендарных сокровищ. Зачем мы должны ждать этих двоих? Давайте трогаться без них. Перестань, Той. Тебе ли не знать? Мы никогда не бросаем своих друзей. Лучше нам собрать поисковую группу, выслать команду в каждом направлении. Симба! Симба! Я нашла билет Толстого! О, нет! Он там, в руинах! Пойдем за мной. Это не очень далеко. Вот он. Но как он мог оказаться здесь, между камнями? Ума не приложу. Но у меня есть чувство, что здесь какая-то нечистая игра. Хотел бы, чтобы он мог говорить, как мы. Я не могу понять половину его жестов. Камень сдвинулся. Наверное, это ход. Никто не смеет держать наших друзей под этим камнем. Тонкие и толстые прошли здесь. Еще? Ты уверен? Чуешь запах сквозь камень? Конечно, чую. Нос никогда меня не подводит. Попробуем открыть эту дверь. Все берите большие камни. Сильнее, Той, толкай. Что случилось, Флэш? У тебя есть собственный план? Она открыта! Ура!
камни. Что? Давайте быстрее. Флэш, открой дверь. Смотрите. They're unconscious. Они без сознания. Нужно вытащить их. Пойду я. Подожди, Симба, если ты не против, думаю, пойти нужно мне. Мы не можем допустить, чтобы король свалился вниз. Они выглядят не слишком хорошо, но я чувствую пульс. Пожалуйста, очнись. Это я, Алекс. Но перестань. Есть перелом, и я не вижу. Сокровище. Что случилось? Рад Мозес, где ты? Наверное, они повредили головы при падении. Рад Мозес, открой, мы забыли вернуться за сокровищами. Проснитесь, вы двое. Время снова прошло, нам нужно поговорить с вами. Не уверен, что они до конца здесь с нами. У них странный блеск в глазах. Наконец-то! Мы рады, что вы вернулись. Похоже, вы сильно ушиблись головами там внизу. Мы не ушиблись головами. Но мы наши сокровища повстречали фараона, его жену царицу. Нам нужно вернуться на дорогу. Вы можете идти, ребята? Мы за ними присмотрим. Мы не можем идти. Ты можешь трогаться с остальными. Конечно. Мы правда были у древних египтян. Вы нам не верите, но это правда. Мы видели их своими глазами. Алекс, а когда они наконец придут в себя? Давайте! Что ты думаешь? Это правда или нет? Может, это был сон? Медаль! Я знал, это был не сон! Погоди-ка, это может быть правдой только если у меня тоже есть медаль. Не будем никому про это рассказывать. Они подумают, что мы... Хорошо. Интересно, какое у них волшебство? Или как они работают, не знаю. Будем держать секреты, когда придет время, все узнаем. Отличная идея. Пошли догоним остальных. Толстые и тонкие знают, что медали — это бесценное сокровище. Но какой силой они обладают? Помогут ли они друзьям уберечься от опасности? Мы это узнаем в следующей серии. Фильм озвучен на студии Soul Pro по заказу кинокомпании «Русский фильм» в 2008 году. Роли озвучивали Екатерина Корабельник и Алексей Шапхин.